На очередном заседании областного правительства подняли тему уборки кургана от снега. Это произошло неожиданно, поскольку вопрос в повестке заседания не значился. Инициатором выступил временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Шумков. Он спросил у руководителя администрации города Андрея Потапова, как организована уборка снега. Сити-менеджер ответил, что ночью на улице была выведена уборочная техника. Однако глава региона указал, что утром специально объехал город и ни одной коммунальной машины не видел. Вот так. Я ни одной единицы техники не видел. И ни одной чистой дороги не видел. Может, вы где-то ее прячете, технику? Андрей Потапов сообщил, что по нормативам они обязаны вводить технику на уборку не позднее 4 часов после окончания снегопада. В кургане он завершился в половине 8 утра. Снегопад, он же ваших докладов не спрашивает. Я уважаю, Андрей, что вы с таймером прямо стоите же на последней снежинке. Вместе с тем еще к жителям без разницы. Им чистый город нужен. А не наши отсечки по времени. Глава региона отправил сити-менеджера организовывать и контролировать процесс уборки снега прямо с областного правительства, не дожидаясь окончания заседания. Андрей Ильич, по городу тоже давайте. Все понятно. У вас вопросы есть на правительстве, нет? Никак нет. Я думаю, что можно приступать к работе, если у вас нет вопросов к нам. Хорошо. Занимайтесь чисткой города. Аналогичное поручение получил заместитель директора областного департамента строительства Анатолий Воробьев. В Рио губернатора поставил ему задачу проконтролировать, как чистятся дороги регионального значения. Если подрядчики не справляются со своими обязанностями, их будут менять. Максим Хохонин, Николай Волков, Александр Киселев, Александр Немков, информационное агентство «Курган.ру».